В книге Даниила, 11 главе, 32 стихе сказано: «Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». В Евангелии от Иоанна, 14 главе, 12 стихе, Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Каждую неделю Я говорю вам, наши лучшие дни еще впереди, наши величайшие крусейды, наши величайшие исповедания, наши прекраснейшие песни, наши сильнейшие молодежные лидеры, наши величайшие пасторы, величайшие дни нашего пробуждения, дни величайших реформ, дни расцвета нашего бизнеса и экономики еще впереди. Бог превратит нашу пустыню в плодородную землю во имя Иисуса Христа. И сегодня я хочу поговорить о том, как быть творцом перемен. У вас только одна жизнь, и она должна быть значимой. Я не хочу, представ однажды перед Богом, услышать от Него слова: «Я призвал тебя ко многому, но ты этого не сделал». А я буду стоять со списком отговорок: «Я был предназначен для этого времени, как и вы». Бог сказал Иеремии: «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, пророком для народов поставил тебя». Вы здесь сегодня не случайно, и вы смотрите меня не случайно. Мне не важно, сколько длится эта пандемия. Я знаю, что многие устали, но сейчас не время отдыхать, сейчас не время ослабевать. Это время быть наготове, подобно скаковым лошадям, которым уже не терпится совершать для Бога великие дела во имя Иисуса. Приготовьтесь быть творцом перемен. У вас только одна жизнь, и она должна иметь значение. Я сказал, что у вас только одна жизнь, и она должна иметь значение. Чем старше вы становитесь, тем чаще задумываетесь о том, какое наследие после себя оставите. И речь не только о вашей семье. Я говорю о влиянии, о достижении всех тех целей, которые Бог для нас запланировал. Сейчас не время для легкого христианства. Сейчас не время прятать свой светильник под кроватью. Не время молчать. Сейчас время встать, подняться, проявить себя, заговорить и быть творцом перемен в своем поколении. Скажите аминь на это, брат и сестра. Вам лучше приготовиться сделать что-то для Бога, убить своего льва или своего медведя. Вам лучше приготовиться к переходу от провала к успеху, от почти до сверх. Скажите на это аминь и прославьте Бога. Аминь. Перейдите от отступления к возвращению, от своей ошибки к своему чуду, от трагедии к триумфу, от испытания к свидетельству, которое Бог даст вам. Вам лучше приготовиться двигаться с Богом, чтобы встряхнуть этот мир. Да, я обращаюсь к вам, к человеку, которому говорили, что он ничего не добьется. Человеку, который никогда не приходил первым, который никогда не был самым ярким, самым умным и самым смышленым, который не побеждал ни в одной игре. Да, сегодня я обращаюсь к вам во имя Иисуса. Вы живы и предназначены Богом, чтобы жить именно в это время. Вы живете в то время, которое желали увидеть ветхозаветные пророки. Это дни величайшей славы, потому что чем больше тьмы, тем ярче сияет свет. Приготовьтесь к тому, чтобы встать и светить во имя Иисуса. Вам нужно выглядеть и чувствовать себя живыми во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Если я живу и двигаюсь, значит, я существую. Мы живем во времена величайшей славы. Кто-то говорит: как хотелось бы жить во дни Ильи. Но вы живете в более великое время, чем времена Иоанна Крестителя или времена апостолов ранней церкви. Это великое время, какого церковь никогда не видела. Поэтому мы не будем пессимистами и циниками, не будем изолироваться, не будем закрываться, не будем сдаваться. Мы будем стоять. Мы преобразим Южную Африку, преобразим наши страны, чтобы пустыня стала прекрасным местом, потому что сейчас наше время подняться в политике, в сфере образования, в служении, в бизнесе, подняться в каждой сфере жизни и стать творцами перемен во имя Иисуса. Если вы сомневались, что имеете значение, знайте. Вы имеете значение. Знайте, что вы можете изменить жизнь кого-то, кто сможет изменить этот мир.
Я читал историю о евангелисте, который проповедовал на собраниях целую неделю, и никто не получил спасения, кроме одного маленького мальчика, и звали его Билли Грэм. Евангелист записал в своем дневнике. Неделя была не очень успешной, однако впоследствии Билли Грэм проповедовал по всему миру, включая коммунистические страны, где проповедь Евангелия была запрещена, и сердца людей менялись. Вы не знаете, кого коснется ваша проповедь и какое влияние вы окажете, если будете верны Богу и Его призванию во имя Иисуса. Я понимаю, у вас есть свои трудности, но даже в окружении трудностей нужно им противостоять. Во время поиска утешения нам нужно утешать других. Во время поиска исцеления нам нужно быть исцелением для других людей. Мы не можем скрыться в каком-то убежище и затаиться там на какое-то время. Посмотрите на то, что происходит в Южной Африке и на статистику преступлений. Мы не можем поставить крест на Южной Африке. Нужно, чтобы церкви были открыты. Моральный упадок, преступления, насилие над детьми и женщинами — это результат того, что Церковь Иисуса Христа отделилась от общества. Еще раз скажу вам и всем тем, кто смотрит нашу программу, я вас не критикую. Это изоляция, когда мы сидим дома перед телевизором и думаем, что Богу можно служить. И так привела к тому, что число убийств выросло на 76%, изнасилований на 67%, депрессии на 66%. Возвращайтесь в Дом Божий. Если вы любите церковь, закричите «Аминь». Воздайте Богу славу во имя Иисуса. Мы призваны Богом, чтобы в это время быть творцами перемен. Бог не призывает особенных. Он делает особенными призванных. Бог не смотрит на ваше резюме. Бог не смотрит на ваше образование, хотя оно, конечно, не помешает. Бог смотрит на вашу доступность и смирение. Бог смотрит на вашу жертвенность, отделенность и ваше подчинение. Бог ищет тех, кто скажет: «Бог, вот я, используй меня». Это люди, которые выходят за рамки зоны комфорта и посредственности. Они выделяются благодаря Христу. Удивительно, сколько людей больше заинтересованы в лайках, во всяких там фейсбуках, твиттерах, инстаграмах и других сетях, чем в лайках с небес. Как-то раз мне написали, что у одного человека 2 миллиона подписчиков. Я спросил, что он там выкладывает. Под чем все ставят свои лайки? Под мусором? Кому нужен этот мусор? Вы дети Бога, а вы послы. Вы не можете быть популярными и на земле, и на небесах. Вам нужно принять решение идти к более великим целям небес. Вам нужно принять решение сбросить все бремена и пробежать ту дистанцию, которая лежит перед вами, а не бегать с друзьями или окружающими. Вам нужно принять решение «Я буду творцом перемен во имя Иисуса Христа». Аллилуйя. В первом послании к Коринфянам, 1 главе 26 стихе сказано: «Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Да, Бог использует талантливых людей, но Богу не нужен ваш талант. Он не ищет самых шустрых и находчивых людей в обществе. Он ищет верного человека. Такой человек станет способным и сильным с Божьей благодатью». У некоторых из самых величайших ораторов на земле не хватало уверенности. Поговорить даже с одним человеком. Поэтому учитесь полагаться на Бога. А зависеть от Божьей благодати. Многие политики об этом забыли. Один из величайших политиков прошлых лет и верный муж своей жены был убит. Он состоял в партии коммунистов, а затем обратился ко Христу. Он собирался стать президентом Южной Африки. Его жестоко убили из-за его определенных высказываний. Молодые люди, сидящие здесь, даже не осознают, какие перемены произошли в этой стране с тех времен. Эту страну преображала молитва. Эту страну преображали молитвы церкви. Наставники архиепископов, которые сотрудничали с правительством, помогали менять эту страну. Профессор Хейнс однажды сказал, что расизм — это грех.
Его убили, когда он играл со своим ребенком в гостиной. А вот о каких людях я говорю вам. Они несли перемены в эту страну. Мы молимся, чтобы наши лидеры вернулись к главным ценностям. Мы молимся, чтобы лидеры этой страны вернулись к ценностям партии, из которой они вышли, где они признавали, что Бог один, и Он царь над всеми человеческими царствами. Мы не можем отделить Бога от Южной Африки и думать, что тогда все будет хорошо. Так не бывает. Когда мы встречались с президентом, мы сказали «никогда больше». Я говорю не только о лидерах нашей церкви, но и лидерах других деноминаций. Все в один голос заявили «мы больше не можем это допускать». Мы не против этого правительства, но нам нужно нести свою ответственность. Наша страна в руинах, наш народ в отчаянии, наш народ заблудился, поэтому мы не будем бояться. Написано, но Бог избрал немудрое мира. Если говорить прямо, мир считает это глупым, чтобы посрамить мудрых. Я с детства рос таким человеком, который всегда должен быть прав. Не просто прав, но прав во всем и всегда. Поэтому я самый неподходящий кандидат в пасторы многонациональной церкви. В прямом смысле. Но Богу не нужно ничьё разрешение. Бог использует ту же руку, которая вас угнетала, чтобы освободить вас. Бог может сделать все, что ему будет угодно. Бог не совершает ошибок. Я никогда не хотел быть пастором или нести служение. У кого-то из вас до сих пор не укладывается это в голове. Вы думаете, что он делает в служении? Он не подходит на роль пастора. Спасибо за комплимент. Я и не планировал подходить на какую-то роль. А когда планировал, ничего не получалось. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Вы можете считать себя всесильным, можете думать, что держите всех в кулаке, но Бог остается Богом, последнее слово будет за Ним. Бог будет делать то, что Он хочет. Сегодня вы можете быть на троне, а завтра есть траву. Вы можете есть траву сегодня, а завтра быть на троне. Сегодня вы можете быть пастухом, а завтра править во дворце. Нет пределов тому, что Бог может для вас сделать, и тому, что Бог сделает с вами, в вас и через вас. Если вы подчините Ему свою жизнь и станете поклонником Бога, и незнатные мира, и уничиженные, и ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Я уже говорил вам, что самые умные люди используют 9% ресурсов своего мозга. У нас с вами тоже есть такой потенциал. Остальные используют процента 2. Но я не знаю. Люди не думают. И мы еще хотим решать проблемы, хотим спасти наш мир, хотим спасти нашу планету. Мы хотим связать людей с законами. Словно мы есть спасители человечества. О, нет. Есть только один спаситель, есть только один освободитель, есть один, дающий жизнь, и имя Его — Иисус Христос. Он по-прежнему путь и истина и жизнь. Он по-прежнему единственный путь к истинной свободе и силе во имя Иисуса. Ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Гордость предшествует падению. От Него и вы, во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога. Мы освоили науку, но мы ведомы Духом. Аминь. Надеюсь, вы понимаете. Я не буду пить все то, что вы поставите передо мной на столе и попросите выпить. Даже моя собака этого не сделает. Она умная собака. Большинство собак возьмет все, что им дадут. Моя собака хорошо обучена.
Этот черный питбультерьер не съест ничего, пока я ему не разрешу. Он не будет подставлять всем подряд свой животик, чтобы его почесали. Почему же церквям так хочется перевернуться? Почему христиане так податливы и уступчивы, когда это противоречит их вере в Бога? Вы знаете, что Бог — это решение, и мы — часть этого решения. Премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Много званых, но мало избранных. Вам нужно открыться и сказать: «Вот я, Господь». Вам нужно начать следовать за Богом. За Богом, а не за культурой, традициями ваших предков, вашим комфортом, вашим другом или подругой. Примите решение. Мир за моей спиной, крест передо мной. Следуйте за Иисусом Христом, как за своим Господом и Спасителем, великое и неизвестное, вместо оказавшиеся недостижимыми. Я говорю вам сегодня, следуйте за Иисусом. Вы не представляете, насколько захватывающим будет этот путь. Когда вы живете для Бога, Он поведет вас в такие места, какие казались вам невозможными. Окружающие могут пытаться убить вашу мечту. Бог сказал Иосифу: «Братья не смогут убить ни тебя, ни твою мечту. Я спасу тебя, я избавлю тебя, я освобожу тебя в доме Потифара, когда тебя попытаются оклеветать и схватить, когда тебя будут преследовать и предавать. Я поддержу тебя в самые сложные периоды твоей жизни. Когда ты окажешься в тюрьме и будешь чувствовать себя одиноким, знай, я рядом. Я устрою твое спасение. В нужное время я обращу все во благо. Послушай меня, Южная Африка. Гигант нищеты уже повержен. Гигант ВИЧ уже повержен. Гигант насилия уже повержен. Гигант коррупции уже повержен. Уже поднимается поколение, которое говорит: «Господь, вот я, используй меня, я не буду прятаться, не буду молчать, я не буду просто играть в христианство. Нам как никогда нужны настоящие христиане, молодые люди, которые не будут продаваться за дешевые комплименты». Вы выше этого, выше этих комплиментов, выше этих путей соблазна, выше путей погибели. Вы дети Божьи, вы царственное священство, вы царские потомки, в вас течет царская кровь, сам царь живет в вас, у вас есть будущее, поэтому вам нужно начать ценить себя и любить себя так, как вас любит Бог. Держитесь за Бога, иначе пойдете за кем-то другим. Гидеонам уже пора выходить вперед. Перестаньте искать отговорки. Бог с вами. И неважно, кто вы. Сильная юная девушка или профессор-пенсионер, у вас есть багаж знаний, которые вы можете передать следующему поколению. Никто не должен оставаться в стороне. Никто не должен сдавать позиции. Перезаряжаться. Да, ну не сдавать позиции. Вы живы. И вы должны жить вплоть до того дня, когда вас уложат в ящик. Но даже те, кто будет вас хоронить, все равно должны ощутить атмосферу Бога, покаяться на ваших похоронах и воззвать к Богу со словами: «Да, этот мужчина или эта женщина оказали свое влияние на мир во имя Иисуса. Что вы хотите, чтобы о вас помнили?» Гидеон сказал: «Если Господь с нами, то отчего? Я потерял работу, потерял разум, потерял собаку». Это похоже на стиль западной музыки, в которой все навевает грусть, печаль и жалость. Нет, вам нужно одеться в славную одежду. Библия говорит: «Вечером водворяется плач, а на утро уже радость». Давид говорит, что «унываешь ты, душа моя». Почему ты так притихла? Надейся на Бога.
храни эту надежду. Живи той жизнью, которую приготовил для тебя Бог, и не иди на компромиссы, связанные с твоей мечтой и обетованиями. Следуй за живым Христом и знай, что у Бога все под контролем. Когда кажется, что все вышло из-под контроля, когда кажется, что вы что-то теряете, именно тогда вы увидите, что Бог — Бог умножения среди спада. Когда кажется, что вы опустились на дно, поднимайтесь на самый верх. Когда вы чувствуете себя слабым, примите решение: «Я силен в Господе и Его мощи. Я рожден для этого времени. Я не проиграю эту битву, не потеряю свое видение и свою мечту. Бог — тот, кто все ускорит. Вы обретете все, что утратили». Бог говорит в 16 главе Исаии: «Я все ускорю». Поверьте в это. Последние 2 года мы не проводили крусейды. Послушайте, в следующем году мы будем очень заняты. Мы арендуем все стадионы в Южной Африке, устроим крусейды и будем проповедовать Евангелие, чтобы спаслось больше людей, чем могло бы спастись за эти 2 года. Мы еще более решительны. Я сказал, что мы еще более решительны. Мы более решительны. Мы все более решительны, потому что мы были призваны ради этого времени. По Божьей благодати нам нужно быть более решительными. Мы не будем статистами. Пока университеты закрыты, вы отдыхаете от учебы, как и все остальные. Но сейчас ваше время стать более посвященными и дисциплинированными. Пока все остальные пишут сообщения о разных пустяках, вы тоже находитесь онлайн. Это ваше время сиять, время подняться, пусть вы не самый талантливый, или же так о вас думают другие, либо вы решили так сами, либо система образования, созданная людьми, не в силах в полной мере оценить ваш интеллект, чтобы изменить мир и стать творцом перемен. Для начала нужно встретиться с Творцом всего, который вас сотворил. Если вы никогда не отдавали свою жизнь Иисусу, либо сделали это, но забыли о своем призвании, он в шаге от вас. Блудный сын сделал свой шаг к отцу, и тот побежал к нему навстречу. Мы не делаем это сами, мы занимаем правильную позицию, и Бог приходит к нам. Если вы хотите сделать это сегодня, тогда там, где вы есть, положите руку на свое сердце и скажите: «Иисус, я отдаю себя тебе. Я знаю, что ты умер за мои грехи. Я верю, что ты воскрес из мертвых. Сегодня я отдаю тебе свою жизнь, и я принимаю тебя своим Господом и Спасителем. Спасибо, что любишь меня. Во имя Иисуса. Пусть Бог благословит вас. Оставайтесь с нами».